Дорогие подписчики и гости нашего канала, в настоящее время за кулисами отечественного кинематографа абсолютно отсутствует гармония и порядок. Это обусловлено пандемией вируса, которая уже второй год терроризирует население всего земного шара. Сейчас то и дело прилетают печальные известия о гибели горячо любимого актера, певца или музыканта. И сегодняшний день, к сожалению, тоже не стал исключением. Всего лишь один час назад российские СМИ сообщили трагическую новость. Сегодня ночью ушла из жизни советская актриса, она до последнего дня работала, была в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовала в жизни театра. Но все-таки возраст, к сожалению, берет свое, говорится в сообщении театра. Она сыграла роли в фильмах «Алмазный пояс», «Долгое эхо в горах», «Четыре времени года» и многих других. На 85-м году ушла из жизни советская актриса Роза Исмаилова, о причинах смерти не сообщается.